А вы еще не пляшете? А, уже... а мы пляшем в субботу. Я пляшу. О, а мы сегодня праздник. Да. Мы там танцевались. Thank you.
катит работу. В прошлом году, ровно год назад, мы с вами проводили акцию, говорили про нашу речку. Помнит кто-нибудь? Кто-нибудь есть из старой речки? Да. Сегодня пахнет там на речке? Воняет. Очень воняет на речке. Воняет. Соседи писали, что выделили 22 миллиона на постройку чистых сооружений вот на этот год. Я сама читала статистику. 22 миллиона выделили. 15 гектаров положено. В газете писали, что на этот год выделили. Уже прошлали, что все проекты смертные документации. Все это строительство 22 миллиона выделили. Мы сегодня на дне Луха были в Лухе. Там гулял губернатор. Такой вообще дешевый. Подошли, спросили мне, вот у нас в речку сбрасывают отходы производства. Он говорит, обещал разобраться. Сказал спасибо, что напомнил. Может, поживем. Молодежь 80-х, поднимите руки. Кто молодежь 80-х? Все тоже подтянутся потихоньку. Так, молодежь 80-х, подходите, для вас сейчас будет песня. Все ее хорошо знаем. Александр Сергеевич, Николай Владимирович, давайте сюда подходите. Все ждут, когда вы подойдете, все знают, подтянутся. Один раз. Thank you.
молодежи 90-х годов. Поднимите руки, молодежь 90-х годов. Где нас тоже держит? Молодежь 80-х остается, подходит молодежь 90-х.